с той стороны чипа. Раз часы, два часы. Выбирайте. И видяха! И видяху найти, и рыбку съесть. Что-то из этой серии. Никита, а будут ли в игре рыбалка? Я хочу на конюшку сходить с братом. Давайте наконец-то будем ловить рыбу. На Ладогу рыбачить. Хотя самое ценное — это видяха, она во мне. Сражаться так сражаться, а чё нет? А я доволен собой. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ой, как лагает. Никита Васильевич, пусти, пожалуйста, спасибо. Классный автодоводчик дверей, да? Теперь я отсюда не выйду. Отпустите. Извини. Мы просто не можем рисковать. Как бы не так, безусловно. Вот, походу, ствол спер. Ага, СМС-ки я не брал. Бланк! Гофрированный! И парень его не увидел. Спасибо, что... Пожалуйста. О чем я говорил? Классная гряна. Давай ты биром была. Ух, шити юсеки. Как бы и гренадера дали, и карателя, по идее. Да, два осталось, все правильно. Ну, почему нет? Правильно. А что такого? Не забывайте, вот здесь я лично ходил в термоскоп. Говорят, есть следы, икс, львов видел. Тебе, ого, а всегда ли я замечал этот биткоин? Это очень круто. Задумался я только что. Ты куда пошел? Да вот он! Чувака, гренадер плюс. Вот это я дал. А, красавчик. Что-нибудь есть интересное, нет? Проверяем, исправили ли БСГ баг, которому уже больше года, а то ли двух, или когда убежище добавили, со старта был. Устанавливаем фильтр. Да! Сразу таймер выскакивает. А то тут появлялось 5 минут, и народ переживал, блин, типа, что за фигня? 5 минут проходили, время правильно отображалось. Fixes are good, actually, you know? Джордж, 38 уровня, кстати, он больше, чем я. Пытается. Интересно, труп есть. Парня не видно.
В смысле, я его взорвал, что ли? Реально взорвал? Да, я его взорвал. Молодец. Ух ты, малоскоп. Ну, блин. ПР... Да ладно. Вы маленький. Кстати, я вот так обычно захожу, мельком смотрю, и биткоин мог не замечать. Вот видите, чего только нету. Золотые джифоны. Черепа. Тут все залутано. Кроме 219-й. Странно. До этого джифон лежал, теперь он стоит. Ему стоит об этом подумать. Я не люблю думать. Кстати... Все запущено. Да, 10-й ранг. Но 3-го слота нет. Не зря же говорят в народе. Нас ебут, а мы крепчаем. А почему вот это? Разве так не происходит, нет? Же ночью они должны быть богаче. Что-то незаметно. Может, кстати, для терапевта консервы глянуть. Во. Тут, скорее всего, не было никого. 90% играет днем, 10% ночью. Ночью проще. Берете средства и идете тренируетесь, идете пылесосите карты, потому что лута больше будет. Ночью играет меньше людей. Как вариант. Даже умнее же получается. Бьет и жрет. Калории убивают, брат. Ого. По сути, после выполнения заданий «Каратель. Часть 6», «Противостояние» и «Друг с Запада» жетоны тебе больше не нужны. Хотя там еще на повязке могут понадобиться на делике. Да и обменять можно. И с сегодняшнего дня салон объявляется официально открытым. Вот это я не ожидал! О! Редкое событие. Отсюда иногда боты выходят. Как бы напрашивается выход, вроде бы. Но, думаю, вы не часто замечаете открытую дверь. Чё тебе не спится лишь? Ты на Дальнем Востоке живешь. У меня график разный. Опоздал! Уехала твоя машинка, брат. Да. Просто взяли и уехали. Раз бы, если бы добил, квест выполнился бы, судя по всему. Ой. По. Вот что ли реально? Споткнулся и умер. То есть не надо рассчитывать на то, что это будет полный реализм. Споткнулся, упал. Ой! Ну что за тайминги, почему? Потому что наша игра skill-based. Ты просто на ппшках. Это единственная позиция, откуда можно было так прострелить. И он там был. И он нецеленаправленно там сидел. Знакомые места. Да бы... Не понял. Пробуй без глушителя. Ага. Собирать всю карту сюда.
не было печали. И осталась только голова. Классный рейд. Отличный рейд. Точно мой день сегодня. Еще и мины стоят в упор друг к другу. Надо специально сделать камеру. Мне нравится, когда они так делают. Они берут делать вот так, потом вот так. Вот так. И вот сейчас я фильм. Actually, the claymores will be added in the game. Ничего не понимаю, где враги? Пока скизредили. Чуть не убили, хотя вроде опять же никого нет. Я отсюда так палевно стою. Ты мой обидчик. Тот парень с ДВЛ-кой, которого я в деревне не убил. Так, ладно, перезарядка. Слазаем. Братан, тебе лут не жмет? Глупо. А почему его никто не трогает, а меня, значится... Значит, ты черт, скорее всего. Что за дискриминация пошла? Нет. Ну, значит, показалось. Ну, тут осталось-то прям чуть-чуть. Стаминка. Нельзя. Там же выход, тут же прям рядом. Еще и дебаф получил. Я боюсь, что меня фризанет на 1.5 секунды. Я разочаруюсь вообще во всем этом деле. Беги, вот выход, я его вижу. Успеваю. Успеваю же. Вон выход, вон выход. Стамина. Стамина! Ну, пожалуйста. Успел. И попробуйте сказать, что я не успел, игра. Ну, выходи! Ну, ваши ставки. Одна секунда оставалась. Так, секундочку, меня там кто-то орёт.